Вот, пожалуйста. Ветеринарная клиника, здравствуйте. На подъеме массовой вакцинации от коронавирусной инфекции людей владельцы домашних животных интересуются и прививками для своих питомцев. На сегодняшний день нет доказательств того, что животные играют значимую роль в передаче вируса, вызываемого COVID-19. Но уже доказано, что коронавирусная инфекция может передаваться от человека к млекопитающим. Это кролики, еноты, кошки, собаки, мыши, крысы. Вероятность перехода патогена невысока, однако опасность состоит в том, что при заражении штамм может мутировать и, приобретя новые непредсказуемые качества, вернуться обратно к человеку. Первая в мире вакцина от коронавируса для животных была разработана Российским федеральным центром охраны здоровья животных. Проведенные исследования подтвердили, корневак КОВ, так она называется, безвредна и эффективна. Антитела обнаружили у всех испытуемых. Переносится она индивидуально, может быть слабость, сонливость в первые сутки, каких-то расстройств со стороны ЖКТ или более серьезных последствий с повышением температуры не наблюдается. Корневак КОВ уже поступила в клинике территориального ветеринарного управления №1. Желающих пока немного, поэтому вакцина имеется в достаточном количестве. Данная вакцина делается дважды с ревакцинацией 21 день. Проводится у нас в клинике по записи. Так что прошу подходить с вашими питомцами. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».